Ребят, всем привет! Привет! Сегодня мы направились в школу. Все у нас просят поснимать побольше про школу. И так вот, сегодня открытый урок в школе. И сегодня мы покажем, чего добились дети спустя 2 года, спустя 1 год в школе. Погнали! Готовы? Да. Ты готова? Первая идет у нас Вероника. Ты за него приз, кажется, получила, да? Грамоту. Грамоту получила? Грамоту. Почему получу. Нет? Да. Это мой корабль. Так, и это твой класс, я так понимаю, да? Пойдем, показывай свою учительницу. Мисс Дженнифер. Это кто? Мисс Дженнифер. Мама отметилась, то, что Ника пришла. Первое занятие по китайскому. Вон. 先拿出三个，这是一个，再拿俩。 Чон говорит, найди такой-то иероглиф, говорит, да? Произнести. 再来一遍. 冬雪. 冬雪. 好，再拿一个. 高兴. 哎, good. 高兴. Следующее задание, нужно расставить сердечки, видимо, в нужном порядке. 看, 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 看
чешется, руки подсказать. Чинг. Да, да. Чинг. Сянь-сянь. Син-чинг-шна-гэ. Чонг-лай. Син-чинг-шна-гэ. Чего хуй-пухой? Суй. Чинг-суй. Шна-гэ. Там есть суй, да? Нет. Я. Дуй. Хао. Чинг-тен. Чинг-тен. No， 看啊，下来吧。日字旁表示天上的太阳，所以它叫天晴天，知道了吗？记住了吗？这个是天上的太阳的意思，是吧？好，你看这个旁边这个就叫心心，所以心晴，这也是心字旁，懂了吗？好，耶。Это, кстати, был как директор, да？你要先问呢，你是叔叔哟。Это какая-то интерактивная игра, видимо, нужно правильно говорить. 不好意思，我爸爸不在家。你要先说喂，请问你是谁呀？不在家。喂，请问这是什么？这是谁？我是妮卡。爸爸不在家吗？我爸爸不在家。好吧，我等一下就打电话了。如果爸爸回来，你就打电话，可以吗？可以。很好。好了，最后一关。По телефону разговаривали，спрашивали, где папа? Папа нет дома. Полина, почему ты пишешь? Ника. Ника пишет. Нет, Пивана. Пивана. Здесь, видимо, нужно в правильном порядке написать иероглиф. Да, Поля? Сейчас пишет Поля, Ника смотрит, потом она здесь пишет. 对了吗？你们笔顺是怎么样的？你们两个一起跟我说，先写点，再写撇，然后再写横折钩，再写点。对了吗？妮卡对了吗？没对，你接对了吗？我一点对了。哦，一点对了，先写点，让妮卡擦掉，再写一次，按正确的笔顺来写，来，先写点。再写撇，再写横折钩，最后写点。对啦。Короче, она вот говорит вот эти вот всякие вот эти китайские слова, это вот именно, да, это штрихи, вот это порядок именно написания иероглифа. Сейчас у нас математика, вот получается вот эти вот таблички, это вот именно задание, что нужно сделать. Полина читает сестре, что нужно сделать. Ну, естественно, учительница помогает. Видите, ма? Четыре 大
脚完成一个图形，会吗？会。会，那你折。四个完全一样的长方形。Ой, ла, чем фансин, хо-хо. Что нужно было сделать? Надо сложить, чтобы четыре было. Четыре было. Ну, я сложу. Одинаковых фигур. Да, вот, например, я взяла 58, добавить 50, получится 8. Ага. И надо найти, чтобы такая же цифра была. 8. Такой же пример еще один, да, был, да? Давай. Нет, чтобы тоже в сумме получилось. Получилось 8, да. Пришла? А я нет. Это 8. Еще? Пришла? Третье задание, что нужно сделать? Тут можно посчитать по цветам, а можно тут их нарисовать. Вот. Я посчитала, что вот этих закалятках красных, их 5. А вот этих голубых, похоже на шарики, их 2. А вот эти, какая-то веревочка, и ну, тоже их шарики 3. Зеленые. Да. Их сколько? И это все прибавить, это 10. 10, да, будет? Задание первое. Вот это значит floor. Это пол. Это grandpa. Это дедушка. Это kitchen. Это кухня. Это under. Это внизу. Под. Это small. Маленький. Это short. Или school. Это short. Мы вообще такое не учили, мам. Что значит short? Short. Short or tall. А, short это как сказать? Короткий. Короткий. А это туалет. Это туалет. Sink это, по-моему, что делать? Ну, такой кран. Умывальник, да? Да. Это house. Это дом. Это sleep. Спать. Тут надо сделать одно предложение. Where is Произнесите слова. Leg, brace, nose, sheep, drink, thin, chair, when, crack, need. И сейчас будет тест по английскому. Wednesday, Thursday, Friday, no man. Okay, which one do you want to talk about? The pets? Okay. Mouse. This one? Rabbit. Cat. This is very difficult. Do you remember? Guinea pig. Very good. Dog. Turtle. And you go outside every day to do what? Exercise. So your dog needs to go do what outside? Exercise. Very good. What do you have to do? Wash the pet. Wash your pet. Why? Is why? Very dirty. And dirty means many? Many germs. Yes, very good. So when you are sick, mommy takes you where? To a? To a doctor. To a doctor. So when your doggy is sick, you take your doggy to a? Doctor. To a doctor, animal doctor. Your pet, what do you have to give them? What is this? When I do this, what does this mean? What does it mean when I hug you? Why does mommy hug you and daddy hug you? And daddy kiss love you, mommy? Pet. Yes, you have to love your pet. That's very good. Breeze. Brush. Crab. Dress. Crow, beautiful. Drink. Frog. Fruit. Green. Grandpa. Tree. Train.
Very good, Ника. Thank you. See you Monday. I see you Monday. Скромница, а что так тихо это говорила? Ага. Почему? Да потому что энергия выплескивает аутсайд, а инсайд такая мышь. Да. Так, ну что, все получается, сдала, да, все? Да, все. Все, теперь у нас Полюшка будет сдавать. Так, сейчас мы пришли к Полине в класс, и мы немного раньше пришли. В общем, сейчас Полина сдаст все тесты, и мы будем свободны. Это моя книжечка. Lina, play today. Угу. Это не надо нам. Угу. Вот я как делала уроки. Английский? Да, это по Miss Reid. Угу. Вот. Красиво. Ты пишешь, что ли? Да, это я все писала. Мисс Рейд постоянно хвалит, кстати, ее. Она в классе рисует постоянно, у кого хорошее поведение, у кого плохое поведение. Надо ставит все, да? Галочки, да. Слушай, ну нифига себе, ты как красиво пишешь. Читабельно, красиво. Приступаем к тесту. Китайский. Что нужно сделать? Надо сложить. Надо... Это не все. Расставить иероглифы нужно, да? В правильном порядке. Мальчик, не подсказывай нам, пожалуйста. Не подсказывает, подсказывает. Не надо подсказывать нам. Это он мне не подсказывает. Ника, подсказывай, давай ты. Я не умею. Давай, давай. Не умею. Сейчас для меня сложно. Сложно? Ты можешь просто сестру поддерживать. Папа, что вы умеете? Ага. Правильно? То, что ты. Молодец. Все, выбирай на место. Получается, я выбираю одну, вам не показываю, и получается, не говорю вам, что это, я, получается, должна вам показать. Так, ну что, давай, давай. Давай другое. Да нам все можешь показать, мы все равно ничего не знаем. Все равно это будет ужасно, папа. Давай просто все посмотрим. Лыжи. Плавает, гребет. Я угадала, окей. Еще. Не смотри. Да мы все равно не понимаем ничего. Задание, в общем, такое. Берешь из кучки вот этот листочек, читаешь, что здесь какое-то действие, там гребсти, кушать, идти пешком и так далее. И ребенок должен отобразить это все дело, показать, в общем. Мы должны угадать. Что за слово? Смешной. Нет. Забавный. Юмор. Смеется. Что? Шутка. Нет. Вот так вот. Или как-то больше. Сильный смех. Сильный смех. Правильно. Сильно смеяться. Правильно. Короче, видимо, в китайском языке есть какое-то слово, которое означает сильный смех. Сильный смех. Давай еще. А типа ржет как лошадь. По-нашему. Я не могу это сделать. Давай. Окей, я... Бедный ребенок, ей надо еще и перевод сделать, понимаешь? Нет, то есть она читает, подожди, нет, она должна по-китайски это отобразить как-то. Мы должны по-китайски это слово даже угадать. Она нам переводом делает, получается. Что, давай? Другое задание? Да. Что, у тебя голова закипела? Да, у меня закипела, вообще все сложно. Я же тебе говорю. Маме с папой объясни. Это, кстати, учительница по китайскому языку, Полинина. Я мяу, получается, я вам буду рассказывать, что мы тут
ну, читали. Давай. Получается, один человек, у него там, получается, очень было много козочек. Угу. И, получается, у него были заборы такие. И там была такая дырка. И он ее долго-долго, ну, не чинил. И там всегда проходил волк и забирал, забирал козочки. Козочки. Козу? Козу и кушал. И говорит, где мои козочки? Все съел волк. Да, и потом... Короче, плохой поступок. Про что сказка? Можешь в двух словах сказать? Про ленивого пастуха. И что, ну, вывод какой-то сказки, что нужно? Надо, получается, не ждать, не надо говорить, не надо лениться, надо все делать сегодня. Сразу, да? Да, сразу. Молодец. Вы представляете, как ребенку сложно? Она, получается, нам сказку эту рассказала, сейчас рассказывает, о чем эта сказка учительнице своей. Потому что ей же надо элементарно ее проверить. Я должна писать тут... Как соединять, например, с другими иероглифами? Надо, чтобы не было вот это вот. Вот, видите? Много не было, да? Да. Понял. И надо вот так вот. Мы прибавим другой иероглиф. Ма. Мама, а сейчас я буду вырезать, чтобы было одинаковое. Фигура одна одинаковая, да, получилась. Да, и ты тоже должен вырезать потом. А если я неправильно сделаю, а ты правильно, то что? Значит, шалбан. Окей. Рисунок родилась. Эй, не тут, вот. Давай, не тут, вырезай. Мой летом стой, ноги, зону я выбрал. Вот, папа, тебе. Все, пойдет? Дай. Поле, какое сейчас задание? Сейчас Ника должна мне выбрать один пример. Например, 9U2 получится 18. 72. Скажи по-китайски. Тишар. Пачан. Чо. Тэнэ тишар. Чуфа. Чуфа. Тишар. Чуи. Ба. Тэнэ чо. Тишар. Чуи. Ба. Тэнэ чо. Чуи. Чо. Тэнэ ба. Лео. Чэн. Чи. Тэнэ сишар. 42除以6等于7 42除以7等于6 Она произносит по-китайски все правильно. То есть она говорит 6 × 7 равно 42. Потом 42 разделить на 6 получается 7. Молодец. 18. Сейчас нужно решить вот такой пример. Первое, то, что в скобках, или первое деление надо делать? В скобках. Сейчас задание нужно составить по цвету. И посчитать, короче, так понимаю. Какое-то легкое задание, если честно. Ну, для садика. Давай. Ну, после такого сложного примера. Они как-то чередуют, вот у них более такие какие-то творческие задания. Чередуются с какими-то там примерами, умножениями, делениями. В нашей школе мы, например, в первом классе изучали фигуры, цвета и так далее. А они как-то все вперемешку. Окей. Учительница хвалит Полину. Хвалит Полину маме. Говорит, стала очень все хорошо понимать. Очень послушная. Мотобайк, мотобайк, такси, такси, бас, бас, underground, underground, on foot, байк. By doctor, doctor, engineer, engineer, manager, manager, teacher, teacher, driver, driver. Ошибки делают? Ну, это же взрослые могут делать ошибки, правильно? В общем, мы закончили. Да. Все хорошо, нас везде хвалят. Сегодня, правда, мисс Кэнди только, но она нас хвалит. Да, ну, потому что пораньше, поэтому... Надо было пораньше немножко, да, прийти? Попозже. Но мы записаны на 13:30. Попозже надо было прийти. Нет, все с утра стараются прийти. Можно было пораньше прийти. Ну, thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Ну все, ребята, вот прошел открытый урок.
Я думаю, что он прошел хорошо. Мы увидели новые знания Полины и увидели новые знания... Достижения Вероники. Да, достижения Вероники. Вот. Естественно, урок был, как ты говоришь, ну, более такой поставленный, да, но он более был такой, чтобы показательный. Показать, что сейчас ребенок проходит, какие достижения имеет и так далее. Я думаю, что открытый урок прошел на ура. Молодцы, девчонки. Поля молодец. В принципе, мне устраивает то, что Полина читает на китайском языке, читает на английском языке, читает, скорость чтения хорошая. Угу. Вероника тоже, я смотрю, так хорошо подтягивается. В принципе, нормально. В целом довольна, да? Считает по математике нормально, молодец. Школа тебе нравится твоя? Да, мне нравится. Никусь, тебе школа нравится твоя? Да. Довольны? Всяких. Кормят хорошо? Хорошо. Чем больше всего вам школа нравится? Мне нравится то, что кормят вкусно. И еще у меня все легко. Легко. А тебе чем нравится? Мне нравится, получается, мне там учительницы добрые, все у меня хорошо там. И иногда, если я что-то сделала неправильно, они мне помогают. И, кстати, хотела сказать по поводу Вероники. Я почему-то боялась, что ей учеба будет тяжело даваться, потому что она такая непоседа у нас, она у нас неусидчивая. И я переживала за ее учебу, но, как показала практика, все в порядке. Все в порядке, молодец. И спасибо, скажите, вашему учителю. Джек, сейчас не тяло, твой щец, сейчас Джек. 我犯错的事情，然后你跟我说，就要改正。谢谢Jack。 Jack， 谢谢你帮我做作业，谢谢你，你教我，你教我作业，谢谢你Jack。 Ребята, если вам понравилось это видео, как обычно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и всем пока. Пока. Впереди будет еще видео про школу, да?